Ну, это действительно чудесно. Праздник, как вы узнали сегодня и почувствовали, да, особенно если дети. Вот. Даже вы обратили внимание, как этот праздник меняет сердца людей, разбойников, видите, они грабили, убивали людей, а тут сами вам принесли подарки, чтобы вы насладились и прославили Бога нашего. Аминь, да? Ну, я думаю, что для взрослых тоже у нас припасено сегодня угощение, застолье. И я думаю, что после молитвы мы быстренько... А, и именинники еще. Перед тем, как мы закончим и вот объявим именинников и поздравим, я хотел бы вам сказать пару слов, вот объявлений. Что у нас так на этой неделе все и остается. Хоть предпраздничные дни, но тем не менее, будет молитвенная в понедельник, будет в среду также малые группы на Русском поле и на Северном. Вот. Но семинарий уже не будет, но, правда, в пятницу молитвенную еще будет. Пятница, день поста и молитвы, мы провожаем Новый год, провожаем старый и встречаем новый. Прошу, уже заговорились. Вот. Еще раз я вас хочу поздравить с праздником, с Рождеством и с наступающим Новым годом. И объявить вам, что 1 числа у нас будет богослужение в 3 часа дня. 3 часа дня здесь же. И я вас очень попрошу, потому что это будет причастие. Вот, приходите, пожалуйста. Это первое богослужение в Новом году. Ну, а теперь вот именинники, давайте, и споем-ка это. Thank you.